Для удобства гостей и жителей оптимизированы схемы движения и проведена корректировка расписания. С 1 июня возобновят работу сезонные маршруты регулярных перевозок номер 67 и 78. Маршруты общественного транспорта, соединяющие центр города и Адлер, с июня будут курсировать до полуночи. Маршрут 105А от Сочинского железнодорожного вокзала до международного аэропорта будет работать в круглосуточном режиме с июля по сентябрь включительно. Вводятся новые автобусные рейсы в Лазаревском направлении и в аэропорт, в том числе ночные. Напомню, сейчас на курорте работают 7 автотранспортных предприятий, которые обслуживают маршруты регулярных перевозок. В летний период на линии ежедневно выходят более 800 автобусов. Информация о работе общественного транспорта доступна на интернет-портале и в мобильном приложении transport.sochi.